Представьте себе, что вы дожили до 90. Вот представьте, что прожили 90 лет. Вы родились в 1970, а умрете в 2060. 90 лет. Вот счастье. 90 лет. Это очень много. Большинство доживает до 70, может, до 80. Кое-кто помирает в 60 или даже в 50, если был рабом своих страстей. Но в среднем люди живут чуть больше 70. Но, допустим, вы дожили до 90. Умножим это число на 365. Получается 32 850. Вот так. Вся жизнь прошла. Меньше, чем за 33 тысячи дней. Да, и что еще хуже? Вычтите 3650. 10 лет, которых все равно не прожить. Да еще 4 года в начале и 6 в конце. Остается 29 200. А в сутках 24 часа. И мы все любим поспать, но возьмем на сон 8 часов. И третья часть от 29 200 превращается в дым. Остается 19 466 дней. Меньше 3000 недель. Точнее, 2780. Как прошла эта неделя?